Всем привет, дорогие друзья, с вами Войс, и сегодня мы продолжаем играть в Майнкрафт. Остановились мы на том, то, что мы нашли пещеру. Оказывается, собственно, наше приключение на данной местности не заканчивается, мы будем продолжать. И еще меня начали встречать друзья. Я не знаю, что с ними делать, по-моему, пока трогать их не будем, а продолжим наш путь в ту пещеру. Что-то начало лагать. Мне не нравится, их уже больше становится, они где-то размножаются, эти летучие мыши. Ладно, все-таки давайте отправимся туда, и я думал сделать как-нибудь дорожку здесь, чтобы было удобнее ходить, но не уверен, как это сделать, чтобы ничего, собственно, не повредить, ничего не изменить в данной... Ну, как-то так вот, да, думаю. В принципе, нормально, чтобы вода также текла, чтобы... Ух, их уже двое, ну это просто здорово. Я... Подождите, а что это такое? Зелёный сундук! И клетка! Я не знаю, что это, но... Я, наверное, не буду трогать, там что-то внутри вращается, я не понял, что это. Какая-то вещь, в общем. О, здесь что-то... Железные слитки! Офигеть! Ведро! Это же просто здорово, бобы какой... Ой-ой-ой! Кто меня бьет? Уйди, 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 уйди! Уйди, уйди, уйди! Черт возьми! Я сдох! Первый раз сдох! Зачем? Что это было? Я не понял, откуда этот скелет у нас нарисовался? Надо всегда смотреть назад. Походу. А, ничего нету. У меня, надеюсь, все вещи, скорее всего, там остались. Я пойду их забирать, потому что это просто бред, да? Долго нам спускаться вниз, я лучше упаду. Если честно, подумать то, что логики опять же никакой нету, так как здесь даже метра воды нету. Так, мне не нравится то, что нас убили, это как-то некультурно принимать гостей именно таким способом. Сейчас мы ему отомстим то, что... Ё-моё, сколько их здесь? Да ну нафиг! О, валим, валим, валим отсюда! Нет, нафиг надо! Железная руда одна осталась. Их же там много, что это? Это как-то клетка, наверное, связывает это вот все то, что они там... Это их дом или что они там делают? Жарят курочек? Я не знаю, жарят цыпочек. Надо как-нибудь убежать и... Я имею в виду, вбежать туда. Сначала, да, конечно, надо будет убежать. Черт возьми, он идет на меня. Меча нету. Ничего не успел взять, кроме вот то, что вы видите. Он стреляет. Чего у него за золотое ведро на голове? Какая-то кастрюля, я не знаю, что это. Как мне, куда мне идти? Ё-моё, не трожь меня, тупое существо. Мудак. Лопата, лопата его, бей, лопата. Сдохни. Как я тебя ненавижу, сдохни, сдохни. Мразь. Ух, хорошо, там еще какие-то твари. А, стрела, а и стрелять можно? Нет, бить можно. Как стрелой можно бить? Я не знаю. Вход у меня там. Зря я вход здесь и не сделал. Так бы мог сейчас убежать по-быстрому. Так, маневрировать. Ух ты. Охренеть, Робин Гуд прям. Как мне надо обойти, чтобы его побить сзади. Ух, тварь, а там все мои вещи остались. Дерево копать заново. Нет, не собираюсь. Я заберу те вещи, которые... Они у меня забрали. Сдохни! Сдохни! Есть. Я не знаю, сколько их там, но, по-моему, там их много. Потому что мы заходили, мы видели то, что там творилось. Сейчас аккуратней. Вот эта мразь. Вот она рядом стоит, да? Или это лук? О! Своего дружка ударил, мудак! Убил! Так, по-быстрому. Нет, не ты. Так, где это? Сдохни, сдохни, не дать ему стрельнуть. Главное, не дать ему стрельнуть. Второй. А, жизни мало. Как мне обойти? Нахрена я сюда пошел? Нет. Давайте, переждем все-таки. Я боюсь, потому что у нас еды нету. Лагает, почему? Что делать, а? Нигде еды нету, ничего нету. Надо опять как-нибудь обходить, чтобы это чмо меня не задело. Ух, да ну нафиг, валим отсюда, все это жесть просто. Я не знаю, как бежать отсюда, мне же нет ничего, что мне могло бы помочь. Железную руду использовать, а не хочу, выхода нету, блин, потом ее забирать же опять придется. Что за
Подожди, не там еще, не там я делаю это. Что за неудача, а? Ладно. Надеюсь, мы хоть что-то сможем. А! Мы ничего не сделаем отсюда. А? Потому что я не здесь и не начинаю. А, вот-вот, все, хорошо. Я-то подумал, то что... Да, блин. Черт возьми. Ничего не остается. Сейчас, если еще раз это повторится, все, я труп, я сдохну. Отправлюсь на тот свет иначе. Поэтому, ладно, придется нам все-таки использовать железную руду, потому что другого выхода нету. Все, ладно, побежали, попрыгали. Ах, неудачно. Черт возьми. А, там не глубоко. Недалеко, не глубоко. Это такой фейл был. Не фейл, неудача была, буду так говорить. Я говорю, потому что... Ну, как-то не очень... Мне охота, желания нет употреблять английские слова, допустим, в русских летсплеях или еще что-нибудь. Так, получается, мы начинаем все сначала? Нет, давайте... Твою мать, а? Да что за херня? Как мне теперь найти еду? А, дерево идти искать назад? Не, давайте мы как-нибудь обойдем их всех. Цветы. У меня ничего не осталось. Ничего не осталось. Почему так все? Ладно, уже света. Да ну нахрен! Нет! 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 Ё-моё! Что за жесть? И что мне теперь делать, а? Что мне теперь делать? Возвращаться уже... Уже вроде бы и солнце встало, но я все потерял, я все потерял. Это две смерти за раз, это так печально. И оно до сих пор там стоит. Все, тебя ненавижу, у меня теперь жизнь есть. Сдохни, мразь. А... Даже кубики вот нам дали. Здорово. Так, овцы, извиняйте меня. Но, к сожалению, мне придется вас убить. Вообще, это как-то все долго затягивается. Это должно было быстрее идти все. Я имею в виду то, что я уже на данный момент должен был построить что-то. У меня до сих пор ничего нету. Ладно, так, давайте будем стараться играть. То есть я постараюсь играть быстрее, чтобы все, собственно, успеть. А то мы как-то это все долго продлеваем, получается. Сейчас мы возвращаемся на наше место. Возвратимся мы... Как, вот так? Да, вот так возвратимся, потому что это все-таки быстрее. Че, готовимся, прыгаем. Я попаду сюда? Нет? А, уже упал. Черт. Фу, хорошо, что все со мной нормально. Так, жизнь у меня есть, здоровье, я имею в виду, есть. Поэтому не будет страшно. Опять они здесь, а... Да ну на... А это кто? Подожди, я же видел его, он... Это же этот. Короче, он где-то в пустыне был. Со своим другом. Может, это третий брат. Может, они три брата-акробата, я не знаю. Они что-то умирают слишком долго. Собственно, я теперь понял то, что их несколько... Я опять этот грёбаный скелет! Сдохни! Как я вас ненавижу! Их бесконечно там! А, да ну нафиг! Паук! Паук меня ждет! Нахрена? Нахрена? Он воды боится, надеюсь. А, не трожьте меня! Вы что такие? Что вы за люди? Что мне делать? Что мне делать, а? Не-н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 е, беги, беги быстрее, беги быстрее, сейчас же сдохну я! Зомби оттуда, скелет оттуда! Все, прощайте, прощайте. Ребят, это пипец. Третья смерть, как меня это все достало? Почему у меня сегодня день такой невезучий? Я так понял, то, что мне придется начинать все сначала, я... все сначала, начинать с самого начала, рубить эти гребаные деревья. Поехали. Как же я вас ненавижу, а? Вы всегда мне портите настроение. И ну и что мне с вами делать, придурки? Вот я уже пришел, собрал несколько ресурсов, и теперь я думаю, стоит им показать, кто здесь хозяин. Надоело мне это. Опа-на! Да ну нахрен, это опять оно! Я не знаю, что оно! Что это такое? Оно сейчас телепортнется, по-моему. Я имею в виду... Опа-на! Ни хрена себе! Что это было? Что мне с ним делать? Что мне с ним делать? Я не... Мне не нравится этот звук. Иди нахрен! Иди нахрен! А, сдохни,
сдохни, мразь. Нифига себе, больно, больно, больно. Где оно? Где оно? Где оно? Где оно? Не трогай меня, тупой чмо. Не трогай меня. Я чуть не умер. Блин. Что это было? Почему оно так сильно меня било? Я не понимаю. Другие вроде не так сильно, а вот, вот это вот. Вылезать, не вылезать, вроде достаточно здоровья, я не знаю, что мне с ним делать. Его невозможно убить, он даже не умер, он исчез куда-то. Ух, черт возьми. Я надеюсь, он больше здесь не появится. Скелет, вот скелет после такого черного амбального. Я не знаю, как сказать. Скелет вообще по сравнению с этим ничто. Где они? Никого нет? Серьезно? Так, так, я помню, что в прошлый раз случилось, поэтому нет. Извиняюсь, так. Уничтожим эту фигню. А, вот они! Они отсюда появляются! Я понял теперь. Как мне её? Всё? Получается, я уничтожил ресурс изготовления скелетов? Или как это назвать? Я даже не знаю, просто... Суть в том, что все, их как бы нету. Они здесь были, а теперь их нету. О, еще железо, много вещей. Я не знаю, зачем мне остальные, но железо это могу применить. Сундуки. Пожалуй, я заберу эти сундуки, имею в виду к себе дом. А, мне надо было топор сделать. Вот чего я не сделал. Ну ничего, как в следующий раз придем, сделаем. Так, стоит ли нам идти дальше? А, я надеюсь, вы видите, потому что... Я свет не включил, мне нужен уголь. А, вон как раз уголь. Ладно, я сейчас его быстро соберу и надеюсь, то, что вы видите. Как бы мне повезло, если бы здесь богатое месторождение угля находилось. Если не... Что за нахрен? Твою мать, я лопату не делал. Я надеюсь, гравий быстро... О, более-менее быстро. Но мы его убирать, сколько мы его убирать будем? А, бескон... А, не, все. Что-то я злюсь заранее. Не надо было бы. Вот и здорово. Вот и наш уголь. Вот и наш гравий. Зачем он вообще нужен? Да, мне еще и лопату придется сделать. Давайте я не буду париться, да, знаете. А факелов примерно у меня будет достаточно. Я пойду сейчас и сделаю себе лопату плюс... Что же мне надо еще сделать? Еще же что-то мне надо сделать, я не помню, что. Что-то тоже лопата. Есть, это есть, это есть. Что мне надо сделать, а? Хм. Не знаю, не знаю я. А, на всякий случай наши сундуки оставим здесь, потому что никто не знает, что с нами сможет приключиться, поэтому... О, ни хрена себе! Скомбинировалось! Прикольно, а чё, можно три даже сделать или только две максимально? Ну это потом, потом мы с этим разберемся. Сейчас времени нету, и мы делаем лопату. А, да, вот как бы... Подожди, лопату? Да, а, ну да, лопату. Все, наша лопата готова. А, чё же я хотел-то? Я хотел наши... Подождите. А как это все делается? Нет. А, я забыл, как факел... А! Чё, точно. Что же я так... Туплю-то, а? Вот они. Вот наши... факелы. Здорово! Я думаю, достаточное количество факелов мы с вами сделали, и теперь мы отправляемся дальше. Ух, я не знаю, что там будет. Еды нормально, вот все нормально. На всякий случай проверю, чтобы опять такой фигни не случилось. Что-то я забыл, я говорю, вот что-то третье. Топор! Точно, топор мне надо сделать. Мне, в принципе, он не нужен, но я его все равно сделаю, потому что... Не знаю, никто не знает, где мы вылезем и как. Вдруг нам придется дерево искать. Так. А, забываю, я извиняюсь, я все время путаю эти кнопки. Пока. Вот, собственно, наш топор готов. Все оружие у нас есть. Все, в принципе, на готове. Теперь можно идти. Я вот сделал небольшую дорожку, чтобы все-таки, ну, хоть как-нибудь спускаться и не портить себе здоровье.
Здесь 8. Ну, мы все здесь оборудуем. А не знаю, что мне делать там. Там лава, в принципе, идет. Это вход через другой путь. Поэтому, наверное, я все-таки здесь. Ай, как мне эта вода раздражает. Наверное, я все-таки здесь прокопаю это. Потому что. Да что такое, а? Залезай. Потому что я бы хотел сразу через ту сторону приходить сюда. По-моему. Да, вот, собственно, я. Здесь я это и сделал. Дощечки. Когда так поставим. Оп-оп. Все вроде, да, нормально. Говорю, здесь можно будет придумать еще что-нибудь. Но это потом уже. А, кубики, оказывается, по воде спускают. А, криперы! Кстати, я узнал, как их зовут. Это криперы. Охренеть. Страшненькие. В переводе, если дословно, как-то так. Я не знаю. Страшные, ужасающие или. Как это сказать? О, зомби пришел! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ча-ча-ча-ча! Сдохни, сдохни! Взорвайся, взорвайся, дурак! Не подходи так близко! Вода меня вниз тянет. С него что-то упало? С крипера ничего же не падало, по-моему. Какой-то крипер, это огурец на четырех ногах. Оп. И что же это у нас было? Я не понял, если честно. А, так, собственно, вот сюда мы и пришли. Факел, 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 и вам же ничего не видно. Сейчас. Вот наши факелы. Оп. Включаем свет. Нифига себе. Еще дальше пещера идет. Еще скелеты. О, боже мой. Зачем? Надеюсь, так вам видно. Ай, ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Еще криперы. Еще скелеты. Нахрена? О, взрывайся! Взрывайся! Я туда сейчас, если упаду, это будет печально. Я же могу shift зажать, точно. Так, а где они исчезли? Странно. Спрятались. Прятки хотят играть. Хрен там. По-моему, она бесконечна. Куда мы идем? Я даже без понятия. Так, небольшой мостик сделаем. Нет. Ну, не будем тратить камень. Как-то так. Так, чтобы не упасть, потому что уже случалось со мной. Сами знаете, сами видели. Так, сюда все нормально. Теперь мы по большей мере. О, что это такое? Опять гравель, а? А там что внизу? Внизу наши криперы, по-моему. О! Чё за. Зачем же я так небрежно упал? Так, подожди, откуда оттуда пришел и там, в принципе. Не знаю, странно. А, вот они, наши друзья. Прыгать нет, нет, вниз. А, там железо, конечно, прыгну. Включите свет. Давайте все-таки как-нибудь аккуратнее попробуем. А, вон они. Ух-ух-ух-ух-ух. Нет, я аккуратнее не смогу, там вода, и, в принципе, если начну спускаться, то никто не знает. Ух, да ну нафиг, прям так, что ли? Грубо, оп, летучая мышь испугала меня. Сейчас накопаем железо, здесь где-то должно быть золото и серебро, потому что оно тут должно же быть где-то. На зомби я видел золотую кастрюлю, поэтому. Оно где-то здесь. Так. Так, ладно, идем дальше. И что? Дерево? Подожди, я здесь не был. Нет, я такое не умею создавать. Не понял, что это там? Охренеть, это шахта! Я надеюсь, я правильно сказал. Я думаю, то, что это похоже на шахту или что-то типа такого. Но кто здесь до меня мог быть? Я не понимаю. Никого, в принципе. Сейчас мы соберем железо и. Интересно, что же там? Я вижу свет. В конце туннеля. Что-то там и паутина. Так. Все, у нас здесь ничего больше нету, да? Ну пойдемте разведаем же это. Уголь. Надо ли мне уголь собирать этот или нет? Давайте немножко соберем побыстрее, чтобы.
Все, собрались, я не знаю, стоит ли мне идти. Подождите, свет, свет, свет. Зажгите свет. Опа-на! Видите, да? Херня какая-то. Ща, ща, ща. Давай, ставь фонарь. Так, что там, что там? Идите нахрен! Нахрен идите! Ё-моё! Что за бред? Сдохни, сдохни, сдохни! Еще один ресурс, который вызывает этих скорпионов или что это? А, меня по мне долбит. Ух, сдохни. Ай-яй-яй-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Сейчас же умру, блин! Не-не-не-не-не! Уйди от меня, уйди от меня! Уйди от меня! Уйди от меня! Опять! Опять! Быстро туда!